Всем привет! Аварийный запуск авто на газу. Что же делать, если закончился бензин или сгорел бензонасос? Зажимаем кнопочку переключения газ-бензин при выключенном зажигании и заводим авто. Автомобиль завелся на газу. Характерным для этого визжанием. Ну и в процессе будет про это нам напоминать, что мы едем с аварийным запуском для того, чтобы мы быстренько поехали на заправочку и залили бензинчик, потому что от перегрева сгорит бензонасос, если это причина в том, что закончился бензин. Всем удачки, пока!